Всем привет, дорогие друзья, с вами Рубан, и сегодня у нас интересный момент. Гэл немножко напортачили, вот этот вот тест, сейчас покажу. Два бенза, скипается за 100 жетонов, время 1.10. Могу сказать, что 99% игроков этот тест не сделают. Давайте катать. Так, у нас трёхзвёздочный Минета у нас. То есть Джинета у нас. И так, G60. 287 км. И тут у нас 4-звёздочный Золотой Лотос. Ну, не знаю, мне кажется, Лотус даже получше. Вроде на Джинете тоже катали, сказали, провалили. Давайте возьмем Лотус, ладно? Итак, попробуем на ручном управлении сделать время. Но мне кажется, что оно почти нереально. То есть, если не получается у меня, то 99% игроков провалят тест, или надо будет его скипать. Ну, в общем, вот так вот. Так, отлично. Ну, как вы видите, 1.11. I hope you understand. It is a mistake. I wrote about the Denis. I wrote about the this test. Mina. Mini Денис написал из асфальт группы. Ну посмотрим, среагирует или нет. Ну, в общем, тест не катайте пока что, потому что вы его тупо, ну, может быть, кто-то там супер катнет и сделает время и повыпендривается, но вопрос не касается выпендрежа, вопрос касается 99% игроков, которые или им придется скипать за 100 жетонов, чего я пока что не советую делать. Думаю, пофиксят в ближайшие несколько часов. Сейчас начнется такой трэш по этой теме, что типа я им быстренько написал, надеюсь, реагируют быстро и сделают, и игроки смогут, как говорится, или в итоге те, кто купили, им компенсируют просто 100 жетонов за неправильно рассчитанный тест. Ну, в общем, вот такая вот ситуация, посмотрим. Гэл, давайте начинайте быстро фиксить этот момент, потому что тест непроходимый даже на Золотом Лотусе. Вы тут немножко облажались. Насчет остальной информации, уже на канале есть новая инфа про спецочки, сколько будут давать за каждый день, к примеру, киберэксперты, да, вчера 42 тысячи, сегодня 57 тысяч, 70 тысяч, завтра, потом через пару дней 56, 72, ну, в общем, самое главное дойти до Nine Kings One, да, где в первый день нам дают 80 тысяч. То есть это вот до этой точки можете рассчитать. То есть последние 4 дня, это у нас получается 200, 300, 440 тысяч. 440 тысяч снимите, это последний для новичков. Вот. Остальное 700 с чем-то тысяч будет очков. На что хватит, как хватит, не знаю. Но, в общем, достаточно приличное количество очков. Это где-то под 20 с чем-то тысяч жетон. Посмотрим. Но не забываем, что качать самое дорогое в этом ивенте, это Джеско Кач, потому что именно этот фактор предопределяющий по всем тематикам. Ну, посмотрим, что выйдет. По остальной информации, сейчас опять повторюсь, это просто повторение, если кто не знал. Друзья, буквально секундочку, сейчас у меня откроется. Блин, да, ну, как всегда, тормозит информация. Я думаю, тратить время не буду, вероятнее всего, да, наверное, опять этот тест появился, да, потому что я все, что было, катнул по последней информации, вот, буквально секундочку, что мы имеем, то есть сейчас у нас киберэксперты, да,
Киберэксперты 2. Сегодняшнее задание Авентадор 3-звездочный. Если у кого есть, чтобы все пройти, Альфери 4-звездочный, там Астон Мартин, 400-800 Феррари. Это Феррари 2-звездочный, Астон Мартин 3-звездочный. Ну, в общем, то, что есть по сливам, но я еще не проходил, поэтому полной информации не имею. А завтра уже Джеско 3818, то есть готов. Сегодня не знаю, есть Джеско или нет, в заданиях не подметил. Давайте посмотрю сейчас, одну секунду, что это на задание. Обычно в тройках бывает. Нет, это Альфери 4-звездочный, как и говорилось. Да, вот он. Ну, то есть уже 4-звездочный вы дальше не пройдете после экспертов. А завтра Джеско, Син уже 1-звездочный нужен обязательно, Джинетта 3-звездочная и 400-800 и опять 3-звездочный. Ну вот такая вот информация. Пока тест, друзья мои, вот этот вот не катаем. Если попадает, его проходим, потому что время не реальное, я говорю, для 99%. Может, будут игроки, которые там гличом, фигнёй, или там 4-звёздочный Джинетта, и может быть 4-звёздочный Джинетта можно пройти, я не знаю. Ну а по крайней мере, тут уже подстава с тестом, ждем фикса, ну или кто терпеливый, извиняюсь, это ветер. Кто терпеливый, то за 100 жетончиков вперед. Всем спасибо, всем пока, поделился информацией, поделился последними новостями. В общем, смотрите в канале, в сообществе, если что новое будет, обязательно скину. Всем пока-пока, друзья.